Во! Нифига себе, какой танк, смотри! Давай на советской машине. Это вот, кстати, папа говорил, что надо ездить только на советской. О, смотри! Смотри! Я сейчас просто сижу, и я просто в шоке. На тебе! Короче, я сейчас выпрыгну. Редкат, привет! Сегодня я тебе покажу очень-очень прикольную игру, классную. Она называется Car Crusher 2. Она за робоксы, я ее купил. Цель игры в том, чтобы разрушить все машины. Почему это надо делать? Потому что это прикольно, это вообще классно. Во-первых, мы всегда появляемся вот здесь, в этой башенке. О, Monster Jam есть, прикольно. Так, смотрите, вот сначала заходим в шоп. Для начала тут нужно выбрать машину. Сначала я покажу первую машину. Так, сейчас пускай не загрузится. О, нифига себе, какой танк, смотри. Нифига себе, я даже не вожу. Вот смотри, вот есть такая вот Шевролеха. Смотри, вот я себе купил такой мини-купер. Русская машина. У вас великая советская машина. Ну ладно, мы еще на ней покатаемся, а сейчас я хочу покататься, знаешь, на какой тачке. Но сейчас я хочу покататься на этой тачке. Она прикольная. Так, смотри. Всегда мы начинаем вот здесь. Мы должны выбрать один из крашеров. Так, где мои волосы? А, вот. А, просто в машине их нету. Смотрите, у нее есть разные, это, функции. Есть Flip Car, это F, смотрите. Вот это, ну это поднять. Spectate the Car. Это значит, можно следить только за машиной. Блин, ну что? Да, надо было взять машину побыстрее. Смотрите. Вот заходим в один из крашеров. Тут лазер. Смотрите, просто заезжаем. Выходим. Смотрите, теперь просто заходим вот сюда, в эту дверь. Так, кстати, нужно выключить музыку. А, вот музыка. Он. Все, смотрите. Теперь просто нажимаем на эту кнопочку. И дверь закрывается, а здесь открывается. Там появляется огонь. Теперь нужно включить лазеры. Они будут резать нашу машину. И поехали. И смотри сейчас, что будет. Так, давай В. Смотри. Смотри, что с тачкой. Во! Так. Короче, давай вернемся в шоп. А то что-то эта машина какая-то была медленная. Давай на этот раз возьмем крутую. Вот эту давай. Давай. И вот, смотри. Так, поехали опять в этот, в крашер. Так, тут VIP-крашер. Он зашел в VIP-крашер. Он зашел в VIP-крашер. Постой, давай посмотрим. Ему можно в VIP-крашер. Ну да, можно, в принципе, это сделать. Вот, заходим в ров 1. Лазер. Не, давай какой-нибудь прикольный. Белки, офигеть. Так. Вот это ножи. А, это падательная. Бит. Какой-то спубит. А, это интересно. Вот это я обожаю. И замораживаю. Смотри. Сейчас смотрим. Мы сейчас, как обычно, здесь все заходим. Вот. Все точно так же делаем. Опять включаем шестеренки. Смотри, внизу. И... Здрасте. Что такое? А, я не нажал, наверное. Да что ж такое-то? Я все нормально сделал. А, надо было другой нажать.
О, смотри! Смотри! О! О! Что происходит? Блин, я ничего не понял! Я сейчас просто сижу, и я просто в шоке. Я сейчас просто в шоке от того, что она как сломалась. Давай. Зайдем в шоп. Так, ну это мне понравилась машина. Это вообще просто офигенная тачка. Я сейчас сижу здесь, и я просто в шоке. О, прикольная машинка, кстати, вот эта. Это, кстати, самая прикольная. Давай на советской машине. Это вот, кстати, папа говорил, что надо ездить только на советской. Так. Давай. О, можно там куда-то поехать. Прикольно. О, полоса препятствий. Давай на нее поедем. А, здесь нету ее. Блин, я уже забыл, где она. А, на Road 2, наверное. Давай посмотрим. Тут, кстати, есть она. А ты знаешь, что я хочу сделать? О, блин, я не ту кнопку нажал. Прости, можно следить. Давай, ви. Так, пошли. Ну, не ладно, нет. Давай, не обязательно. Ух ты! Ну, что там вниз? А, лобби! Вот, мы заходим в лобби. Во Monster Jam попробуем здесь взять. Тут он есть, наверное, да? Монстр Джем! Офигеть, давай зайдем. Телепорт! Есть! Хорошо, 2 Derby Arenas. Я всегда мечтал об этом. Я мечтала о Монстр Джеме. Это Гравити Тигр? Вы что, серьезно? Офигеть! Я сейчас просто здесь сижу, и я просто в шоке. Ух ты! Смотри, там какие монстр-траки! Боже мой! А знаете, кто это? Я знаю. Это Деннис! Прикольно. Так, вот это там, где мы сейчас были. Давай, монстр-траки. А, тут все точно такие же машины. Понял. Давай на вот этой. На вода там вот в фургоне, потому что там... Нифига себе, какие тут машины соревнуются. О, от меня чуть джип не сбил. Джип, ты зря за мной гонишься. Ты мог просто захватить меня, потусить прикольно со мной. О, дырка какая-то, блин. Блин, я не хочу туда ехать. О, что это было? Я здесь сижу, и я просто в шоке. Давай распаун. Давай. Один. И есть. Наконец-то. О, у меня... Spawn Project. А, что это? А, тут нужно разрушить кого-то. А, я понял. Вот это вот разрушил. Вот. Меня разрушили опять. Эй, можно к тебе, парень, сесть? Можно к тебе сесть? Ну ладно, распаунка. Лэйви. Нет! Вот я не понял, что тут надо сделать? Тут монстр-траки? Эй, куда делся Деннис? А, он, наверное, машину уже себе взял. Так, ну, давай вот тут возьмем. Машина, которая работает. А что ж ты его не услышали? Давай покрасим ее, вот эту тачку. Примерно белую покрасим. Ого! Давай ее в красную покрасим. Давай вот эту. Нет.
Подожди. Может, все-таки такую? Не, два, вот этот. Спам. Все. Спам. У меня, кстати, 2000 деталей. На 10 тысяч деталей там можно новый крашер купить. Чуть не упал, блин. Блин, ну тут ехать страшно. О, нет! Я сейчас горю опять. Я опять стал черным. Блин. Я опять умер. Я даже не понял, что произошло вообще. Смотрите, вот мы опять появились с вами. А что у меня все время лысая голова? Я не понял, там парень какой-то стоит, блин. Давай вот это разрушим. О, я его разрушил. Баба его машину разрушил. Есть. А, моя машина. Моя машина. Хорошо, что она все еще едет. О, давай с этой, с этой. Да, но твоя машина-то у меня так гораздо больше разрушила. А, я понял, смотри. Смотри, какая уже из меня машина получилась. На тебе. Смотри, какая уже там машинка ездит. А смотри, от меня, смотри, какая уже машина ездит. Короче, я сейчас выпрыгну. Во! Вот моя тачка. Садись. А что у меня все время лысая голова становится? Смотрите, у меня лысая голова. Вот. Короче, моя лысая голова здесь. И мы в этого фургончика врежемся. Смотри, как я его разрушил, блин. Ау! Ну все, до меня это уже не разрушите ведь. Блин, чуть-чуть. Вот смотри. Я тебя догоню. Не, давай распаун опять. Распаун, Вика. Чтобы была нормальная машина. Вот это я понимаю, машина. Блин. Нет, убегаем. А, убегаем, убегаем, убегаем. Давай вот в того джипика врежемся, блин. Давай вот в эту. Смотри, как эту машину колбасит, блин, боже мой. Да, фургон, иди. Фургон. Уйди. Уйди отсюда. Фургон. Фургон, уйди. О, наконец-то. Джип, отстань от меня. О, все, что это? Что это было? О, новая карта, блин. Это сейчас Монстр Джем будет, реальный? Это реальный Монстр Джем. Офигеть. Давай выберем. Конечно же, какой-нибудь джипик. Нет, просто я его пропустил. Пропустил. Есть. Нет, еще-то я придумала, блядь, скоростную машину. А, машину нужно будет взять. Сейчас секунда закончится, и можно спаунить. 3, 2, 1. Спаун. Что такое? Я не понял. О, блин. Да блин, фургон, уйди от меня. Ух! Прикольно. Тут за нас зрители болеют. Да там настоящие зрители, блин. Распаун. Там реально настоящие зрители? О, там реально настоящие зрители. Офигеть, я сейчас просто в шоке. Вот к зрителям поем. А, они мне хлопают, когда я это. О, у него, смотри, какой монстр трак. Ауч! Да Ламборгини, ты чё? Ай, машина горит. Распаун. Распаун, распаун, быстро, быстро. А то сейчас моя машина там сгорит, там, и она уже горит. Во!
Ручки. Нет. А могу я? О, нет, только не мой фургон. Только не мой. Фургон. Колеса, уйдите. Ауч! Блин, короче, смотрите. Так, сейчас если меня побежнут, если меня победят, тогда все. Хорошо. Наконец-то можно спаунить. Есть! Я спауню новую крутую спорткар. Она... Вот это я понимаю, тачка. Там меня все догоняли. Вот это я понимаю. Флип. А, я понял, надо же вип сделать. Флип. Распаун вейкл, конечно же. Итак, сейчас прикольно еще погоняем чуть-чуть. Если мы кого-то если от меня останется лишь колеса, если мне кто-то выиграет, что моя машина вся развалится, то все, мы на этом заканчиваем. О, нифига себе, как упорный тачка! А моя тачка вообще без капота, смотрите. Блин. Зато хоть мы ездим. О, есть! О, за нами едет! За нами! О! Они меня засчитали? Я не понял, они меня засчитали, что ли? О, у кого-то парня там горит тачка. О, ты видел это? Смотри! Она сейчас прыгнула просто. Она просто реально прыгнула, блин. Блин, ну это тачка. Блин. Ну все, короче, это была прикольная игра. Ой, блин, что я? Короче, мы прикольно с тобой поиграли. Это очень прикольная игра. Мне она реально понравилась. Ставь лайк, подписывайся. Пока.